вчера на нашей территории, на территории одной из воинских частей, произошло страшное событие, совершен террористический акт, погибли ранены многие военнослужащие. Всем раненым оказывается помощь, лекарственные препараты, врачи, все необходимое у нас есть. Конечно, хотел выразить всем семьям погибших слова утешения и соболезнования. Мы с вами. Все, что зависит от нас, мы поможем тем, кто сейчас находится в наших больницах.